Образование в Ненецком округе. Время перемен. Конференция под таким названием пройдет в Нарьян-Маре 27 февраля. Организаторами выступили региональное отделение Всероссийского педагогического собрания и общественной организации «Народный фронт». Главный вопрос, волнующий и педагогов, и активистов, – повышение качества образования в Ненецком округе. На конференции педагоги будут говорить о переменах в сфере образования, и о тех, которые уже вступили в силу, и о тех нововведениях, которые только планируется внедрять в Ненецком округе. Организаторы рассчитывают собрать в одной аудитории для общения руководителей и педагогов учебных заведений, способных не только ставить вопросы развития образования в округе, но и решать их. Региональное отделение Всероссийского педагогического собрания проводит такие конференции ежегодно, однако отличительная особенность этой в том, что в ней примут активное участие представители общественной организации «Всероссийский народный фронт». Как известно, что именно предоставление качественных услуг в системе образования, выполнение майских указов Путина, которые связаны вот с данной образовательной политикой, является в зоне внимания активистов Народного фронта. Кроме того, организаторы конференции рассчитывают на внимание к мероприятию родителей учащихся. И педагоги, и общественники преследуют одну цель – повышение качества образования в Ненецком округе. Ожидается также обсуждение законодательства в сфере образования, подготовки окружного родительского собрания, подведение итогов работы регионального педагогического собрания за 2013 год, а также освещение планов на 2014. Мы хотели бы выстроить некое партнерство в обсуждении этих проблем, чтобы проблемы обсуждались не только исполнительной властью, депутатами, но и чтобы эти проблемы обсуждались с самими педагогами и общественными организациями, включая профсоюз и родительскую общественность. По замыслу организаторов, на конференции будет представлено каждое образовательное учреждение Ненецкого округа. Всего около 100 человек. Педагогическая конференция состоится 27 февраля в 16:30 в актовом зале городской администрации. Михаил Малеев и Антон Выдряков, телеканал «Север».